В Москве состоялась 19-я церемония награждения лауреатов национальной премии «Медиа-менеджер России», которая была учреждена в 2000-м, чтобы популяризировать наиболее значимые достижения в медиабизнесе, рекламе и сфере коммуникаций. Эту премию присуждают топ-менеджерам за профессионализм и неординарный подход к делу, а также за наиболее значимые достижения. Лучших в индустрии определяет экспертный совет и жюри, в состав которых входят лауреаты премий прошлых лет и признанные эксперты, лидеры рынка. В номинации «Электронные СМИ» в категории «Телевидение, федеральные эфирные каналы» в этом году премию получил гендиректор НТВ Алексей Земский, как отмечается, за эффективное управление, комплексное развитие и укрепление лидирующих позиций телекомпании. НТВ – единственный канал из большой тройки, который увеличил долю по сравнению с прошлым годом. Поэтому спасибо огромное. Я надеюсь, что это все равно аванс, потому что нас впереди ждет большие вызовы. Это сражение с New Media за контент. Это, конечно же, гигантская технологическая революция, которая нас ожидает. А обладателем гран-при национальной премии «Медиа-менеджер России» стала главный редактор агентства «Россия сегодня» и телеканала «RT» Маргарита Симоньян.